я не очень люблю праздник 8 марта, потому что именно в этот день у меня всякий раз случаются какие-то конфузы. Да-да, не удивляйтесь. Ну что, сейчас мы это проверим. Итак, дневник мужчины на 8 марта. Без 10:09. Мне снится замечательный сон, что сегодня уже 9 марта. Но мои мечты разбивают будильник, который показывает, что время уже 9 утра. Ну что ж, подъем, к бою! Это же безумие! Нет, это Спарта! Понес жене кофе в постель, но почему-то она попросила только кипяток. 10:00. Начал готовить жену, что завтрака, скорее всего, не будет. Обеда, кстати, тоже. И вазы тоже. 11:00. Подписал капитуляцию. Заказал роллы. И понес потенциальный завтрак и обед на мусорку. 11:05. На мусорке были все наши. 12:00. Никогда не думал, что выносить мусор — это так увлекательно. 13:00. Никогда не думал, что выносить мусор и при этом забыть дома свой мобильный телефон — то это вообще круто. 14:00. Жгли мусор, разговаривали о поэзии. 14:10. Пришел. Да пошли они с такими ценами. What does the fuck say? What the fuck say? 17:40. Одна роза — это стильно. Да, стильно. Мещанка. 19:00. Праздничный ужин. Зажег свечи. В мерцающем пламени этой свечи горелые сосиски выглядели как уголь. 19:35. Пришла теща. Время остановилось. 19:40. Подрел теща разговор о рассаде. 22:00. Согласился с мамой, что бычье сердце — это лучший сорт помидоров для Урала. 22:05. Пора заканчивать этот разговор, так как все чаще звучит слово рассада и теплица. 23:00. Пошли с тестем выбрасывать мусор. Там уже были все наши. 23:30. Жгли мусор, разговаривали о поэзии. 23:40. Вышли жены, вынесли выпить, закусить, жгали, разговаривали о поэзии. 23:59. Никогда не думал, что 8 марта — это все-таки такой увлекательный праздник. Но почему-то он уже заканчивается. Ну что ж, ладно, в следующий год я встану пораньше. А сейчас спать. Спать.